Яндекс Ньюс. Ну, здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Глава общества детей и подростков с диабетом Алексей Романов сегодня у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о диабете, не просто о диабете, а о детях и подростках с диабетом. Это вообще особая история, и особый надзор нужен над этой частью общества и детей. И поводом для нашей встречи стала новость о том, что детсады неохотно принимают детей с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, в детские учебные заведения неохотно их принимают. Вот расскажите, что за история? Это один случай или это несколько случаев? И почему такая дискриминация происходит? Да, такие случаи бывают очень редко, но они имеют место быть. В основном получается, что сады... Но они не готовы, получается, что они просто не готовы, или только они не потому, хотят? Что они боятся ответственности, у них нету подготовки, они боятся брать ответственность на эту, потому что, ну, ребенку нужен более тщательный уход и присмотр, нежели за простым здоровым ребенком. Ребенку надо лишний раз подойти, спросить, как он себя чувствует, лишний раз проверить уровень сахара в крови. И, ну, при надобности уколоть инсулин, и как бы они, руководители дошкольных учреждений, боятся брать ответственность на это, и, ну... А давайте, может быть, вообще тогда обозначим, что такое ребенок с диабетом, маленький ребенок, потому что в представлении как бы взрослый человек, в любом случае, у нас много мифов, да, о них мы тоже чуть позже поговорим. Это такой тучный человек, у которого там за годы уже как-то вот этот диабет образовался. Ребенок с диабетом – это что, как понять? Ведь дети же тоже, они спрашиваешь, голова болит, да, болит, через минуту не болит, через две минуты опять болит, и... Не всегда они могут сами оценить свое состояние. Есть два типа диабета. Первый тип диабета – это инсулинозависимые. Второй тип диабета, которые сидят на диете. И, скажем так, второй тип диабета, он предусматривает употребление медикаментов, таблеток, диету. И таким образом, у кого есть второй тип диабета, они могут, скажем так, диетами регулировать уровень сахара в крови. Угу. Первый тип диабета, у тех людей не работает поджелудочная железа, не вырабатывает гормон инсулина, и поэтому при каждом приеме пищи углеводами надо колоть инсулин. При каждом? На определенное количество углеводов колется определенное количество инсулина. Зависит от ребенка, от... Там очень много факторов, там базальный инсулин и утро, обед или вечер. У каждого ребенка, у каждого человека потребность в инсулине разная. И поэтому подход к каждому ребенку индивидуальный по отношению хлебных единиц к инсулину. А есть вариант не есть углеводы, например, не употреблять в пищу, и тогда и ведь надобность в инсулине, или все не так просто? Все не так просто, потому что если вы не будете употреблять углеводы, то у ребенка будет образовываться кетоацидоз, и, соответственно, все круговорот, угу. Мы возвращаемся на круги своя, опять больница, опять реанимация, то есть ребенку обязательно надо употреблять углеводы и, соответственно, колоть инсулин. А вот эту дозу вы сказали, ну, может быть, так устрашающе звучит, да, что с каждым приемом пищи там плюс-минус, получается, что каждый день ребенок получает эту дозу инсулина? Ну, даже не то, что каждый день, он это получает несколько раз в день. То есть есть несколько видов введения инсулина. Есть инъекторы, шприц-ручки, и есть помпы. Помпы, получается, что ребенок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ходит, грубо говоря, с пейджером. Такой он, как пейджер, и он запрограммирован
что ребенку вводится каждые 5 минут, каждые 3 минуты вводится инсулин. По маленькой капельке, там даже капелька разделена на 4 части, четвертая часть капельки, и она постоянно вводится. Вот, соответственно, облегчает ребенку жизнь, ему не надо носить с собой шприц-ручки, ему просто надо ввести определенную дозу инсулина на съеденные хлебные единицы. Ну, то есть, как-то вот эта микрокапелька, она же как-то все равно вводится в кровь. Это какой-то она у него вводится, вот этот или вот, она вводится через катетер, да. А то есть он все время ходит с чем-то. С пейджером, ну, грубо говоря, это инсулиновая помпа, да. Которая в инсулиновой помпе резервуар. Из этого резервуара выходит трубочка. На конце этой трубочки иголочка, и эта иголочка уже воткнута ребенку в тело, да, и по вот этой вот трубочке вводится инсулин. Но, с другой стороны, это и травмоопасно, ведь дети, они остаются детьми, там, не знаю, во сне играют, еще что-то, или... Это не, да, но я у нас визуализировать, тоже. Как это может выглядеть. Ребенок, скажем так, любой человек к этому привыкает, да, и по этому поводу есть куча всяких анекдотов, да, когда у Сарта спросили, что как ты, у Сарта с бородой спросили, как ты спишь ночью, у тебя борода под одеялом или над одеялом, да, старец не спал всю ночь и на следующий день просто сбрил эту бороду. Вот, а здесь получается так, мы тоже сначала думали об этом, мы боялись, но все хорошо, сначала ребенок спал, но у меня тоже ребенок 5 лет уже, диагноз диабет, 2 года назад мы поставили помпу, благодаря детской клинической больнице, Зеду от Энгеле Парлатвии, Лабесты и Бездиенас концерт, там... пожертвовали достаточное количество денег, чтобы было установлено 16 помп по Латвии. Вот. И мы тоже боялись, как ребенок будет спать, но все хорошо, она привыкла, и все в порядке. Ну вот и хорошо, да. Ручки. Второй вид, следующая возможность, как ввести инсулин, это шприц ручки. Есть... два вида инсулина, есть короткий инсулин и есть длинный инсулин. Длинный инсулин – это базальный, который вводится или раз в 12 часов, или раз в 24 часа. Второй инсулин – короткий, который вводится непосредственно на еду. То есть, вот. Именно во время приема пищи? Да. Там, опять-таки, зависит от уровня сахара в крови, или он при высоком уровне сахара в крови. Опять-таки, повторюсь, это все очень индивидуально, и этот подход только методом испытаний, проб. И я могу сказать только общие, скажем, могу обобщить, как это все... происходит, но у каждого ребенка, у каждого человека это очень индивидуально. Хорошо, давайте к детсадам вернемся. Получается, что воспитателям надо постоянно вот эту делать шприц-ручку, да, проверять уровень сахара в крови. Как это делается? Уровень сахара в крови проверяется. По большому счету, я считаю, что да, воспитатели должны помогать, но в большей степени, наверное, это должна быть медсестра. Чтобы это все работало, в первую очередь, садик должен идти навстречу, как медсестра, так и заведующая садика. Есть случаи, когда этого нету, и мы всячески пытаемся помочь этим родителям, этим детям, чтобы садик шел навстречу. Вот, и получается, что при замере уровня сахара в крови, опять-таки, есть несколько видов. Если есть помпа, есть возможность подключить сенсор, что облегчает жизнь ребенку, и не надо колоть, прокалывать пальчик. То есть, при каждом приеме пищи ребенок должен проколоть палец, проверить уровень сахара в крови. Соответственно, по данным результатам он вести, должен ребенок вести инсулин. Если это несколько раз на дню, это что-то пальцев. Если вы кушаете 4 раза в день, значит, 4 раза в день прокалываете палец, как минимум, да, и 4 раза в день вводите инсулин только на еду, не считая базального
которые колются. Каждый день обколотые пальцы у детей? Каждый день обколотые пальцы, каждый день обколотые ноги, руки и плечи. Да. И живот. Сколько таких детей у нас? На данный момент в Латвии насчитывается больше 650, боюсь вас обмануть, больше 650 детей в возрасте до 18 лет. А если еще ниже эту планку понизить, например, до 10 лет, есть такое разделение? Я не скажу, честно, данную статистику я... Я знаю, что по данным... скажем так, детской клинической больницы, да, в Латвии на данный момент больных с сахарным диабетом первого типа больше 650 детей. Первый тип и второй тип, какой опаснее, тяжелее, если так можно их вообще сравнить? Палка в двух концах. Лично по мне кажется, что первый тип диабета гораздо опасней. По одной простой причине, что если ты забыл уколоть базальный инсулин, у тебя автоматически поднимается сахар в крови, ты должен быть постоянно начеку, ты должен помнить, что тебе надо колоть, тебе обязательно на каждый прием пищи надо колоть инсулин, если ты не уколол инсулин, у тебя повышается сахар в крови, постоянные высокие сахара ведут к компликациям, то есть потеря зрения, там, я извиняюсь, вплоть до ампутации. Угу. Вот. Если ты превысил дозу инсулина, то получается, что ребенок может просто упасть в кому. Вы, работая в обществе, да, вот если про детские сады, школы, наверняка тоже как-то дети сталкиваются, ну, с тем, что они не такие, как все, возможно, потом там все привыкают, что, да, там школьник, одноклассник ходит там со шприцом и периодически, да, там что-то вкалывает или с той же помпой, но в первое время наверняка это какой-то, ну, обращают все-таки на это внимание. Вот эта дискриминация существует, дети с диабетом, они чувствуют какое-то давление на себе? В нашем случае нам повезло, мы были более открытыми, мы не скрывали, что у ребенка диабет, мы старались сказать по возможности всем. Есть родители, которые это скрывают, которые не хотят, чтобы, может быть, я скажу неправильно, чтобы ребенка гнобили, обижали, потому что есть дети, которые, увидишь шприц-ручку, у них сразу идет ассоциация, что ребенок наркоман, да, хотя на самом деле эта шприц-ручка ему жизненно необходима. Все зависит от родителей, все зависит от детей, как родители преподнесут данную информацию, данную ситуацию обществу. Мы всегда готовы помочь. У нас идет сотрудничество детской клинической больницей, у нас есть обучающие медсестры Илза Вейланда, и недавно к ней присоединилась Кристина Каулыня. Они всегда готовы нам помочь, они приезжают в определенное дошкольное или школьное учреждение, они обучают медсестер, если медсестры что-то не понимают, они рассказывают, показывают, объясняют. Это инициатива общества, вот это вот обучение школьных и детсадовских медсестер? Наверное, нет. Я не скажу истоки этого всего, потому что я стал председателем правления только 15 марта. Но мы стараемся работать. Но это совместный проект. То есть вы коммуницируете, вы подсказываете, в какие там школьные и дошкольные учреждения надо. Если к нам обращаются родители, да, мы, соответственно, созваниваемся с детской клинической больницей, мы договариваемся о времени удобном, чтобы мы могли провести данное обучение в том учреждении, в котором необходимо. Это не должно быть в базе тех медсестер, которые работают и в детских садах, и в школах? Ну, как бы дети с диабетом, их много, все знают. То есть это должно быть как, не знаю, перевязку сделать, компресс или там вколоть инсулин и как-то помочь ребенку сделать? Мы пытаемся... У нас идет сейчас детское общество детей-диабетиков, работает есть у нас параллельное общество, которое отвечает за медсестер дошкольных и школьных учреждений, да,
И мы, Астрид Аншмидт, мы с ней созваниваемся, и у них есть курсы, не курсы, а семинары, в которых участвуют все медсестры Латвии, школьных и дошкольных учреждений. На этих семинарах по договоренности с Астридой будут по возможности больше вопрос затрагиваться вопрос именно конкретно, что связано с диабетом. Вот эта новость про... Прошу прощения. Эта новость про детей с диабетом, которых неохотно берут в детсады, показывает еще одну проблему, вскрывает, что не во всех детских садах у нас есть медсестры, оказывается. Как это возможно? Я думаю, что данный вопрос я о существовании... штатной единицы медсестры в каком-то садике, есть она или нету, я вам не могу ответить на этот вопрос, это как бы не в моей компетенции. Но вы сталкиваетесь часто с тем, что вот к вам приходят родители, говорят, в нашем детском саду нет... На данный момент есть два случая, да, про которые я знаю. Оба случая мы... Один в Риге, второй в Екапилсе. Оба случая мы в силу своих возможностей пытаемся решить. Но, повторюсь, опять-таки, мы можем обучить этих медсестер, да, мы можем подсказать, рассказать, но чтобы работа была эффективней, я считаю, что это должен быть контакт медсестры и родителей, потому что эндокринолог, он может рекомендовать данную дозу инсулина, но он не может быть вместо тебя, и он не видит, сколько потребностей ребенка в инсулине. А с какого возраста ребенок сам может вкалывать себе дозу инсулина, например? Это, опять-таки, все очень индивидуально. Наше правительство считает... Наше правительство считает, получается так, что есть до 7 лет ребенок получает ИПШ, скопшена, спабалс. Это особый уход за ребенком. Да? Вот. После 7 лет наше правительство считает, что по исполнению ребенка 7 лет он уже считается взрослым. То есть в первый, когда идет класс, да, и они считают, что ребенок... в силах посчитать, взвесить на глаз съеденное им, посчитать хлебные единицы и уколоть дозу инсулина определенную. Да? У меня дочке будет в конце мая будет 10 лет, у нас пока этого не получается. Да? У нас этого не получается, и я каждый день, когда ребенок в школе, я прошу медсестру, я прошу столовую, чтобы они выдавали ребенку меню, и, соответственно, когда ребенок кушает, она мне звонит, она мне говорит, какой у нее уровень сахара в крови, я уже вижу, что она будет кушать, и когда она покушала, она мне отзванивает, и я у нее спрашиваю, что она кушала, и, соответственно, там указаны все граммы, и на основании этого меню я ребенку колю инсулин. Высчитываете? Высчитываю и колю инсулин, да. В 10 лет она еще... не совсем понимает, и я считаю, взрослый что... человек может там рассчитать себе граммы углеводов, белков, быстрые углеводы, медленные углеводы. Это все надо учитывать, да, это надо учитывать, что она кушает, быстрые углеводы, медленные углеводы, всасываемость. Опять-таки, это все индивидуально, это идет очень скрупулезная работа, и мы должны предвидеть, будет у ребенка какие-то активности, будет ли экзамен у него. У какого-то ребенка от стресса, что будет экзамен, от этих переживаний падает уровень сахара в крови. У кого-то он обратно, опять-таки, повышается. Это очень индивидуально, это разные реакции. 67212-93-9, 67213-93-9. Вы можете звонить, участвовать в нашей беседе сегодняшней и задавать свои вопросы. Глава общества детей и подростков с диабетом Алексей Романов сегодня на студии. И можете писать нам в WhatsApp 230-6191. Вы сказали, что до 7 есть вот этот Pabels, да, пособие,
в каком размере? Оно как бы оплачивает вот этот инсулин, а после 7 лет этого нет этой поддержки от государства? Вы сами все покупаете? Ребенок с диагнозом сахарный диабет считается... Поставлен диагноз сахарный диабет, он считается инвалидом. Угу. Инвалидность у ребенка получается до 18 лет, если он учится, если я не ошибаюсь, до 24. И по шескопшина спабалс ребенку с диагнозом сахарный диабет идет инвалидность, соответственно, он получает за это, скажем так, пенсию. Да? До 18 лет или до 24? До 18 лет или до 24, да. А до 7 лет? Вот и это что? Получается ИПА 6 копшина с пабалс, это получается идет доплата за то, что родители, скажем так, ну, боюсь сейчас неправильно сказать, что родители дополнительно, скажем так, смотрят за этим ребенком, что ребенку нужен дополнительный уход. Угу. То есть, опять-таки, этот ИПШ скопшен с паблс. Какой размер? С первого, с мая месяца, если я не ошибаюсь, он повышается, общее получается, если я не ошибаюсь, 300 евро. 300 евро – это именно этот ИПА-6? ИПА-6 Option is Pabels. Uh-huh. Вместе с инвалидностью. Uh-huh. Да, там получается, если я не ошибаюсь, чуть больше 300 евро. Uh-huh. Надевайте наушники, примем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мне несколько дней стало известно, что у меня уровень сахара в крови составляет 5,97. Да? Я употребляю таблетки метформин. Вот. Мне возраст 73 года. Да. Вот. Вот если у меня 5,97, так для моего возраста это нормально ли или нет? Спасибо большое. Я не знаю, сможете ли вы ответить. Я так понимаю, что вы все-таки больше по детям и подросткам, и медикам не являетесь. Да, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Я попытаюсь на него ответить. 5,95 – это довольно-таки хороший показатель, даже с учетом того, что человек употребляет таблетки. Если он употребляет таблетки, это, соответственно, второй тип диабета. Там, опять-таки, чтобы был нормальный средний гипогликемический индекс, человеку надо соблюдать более-менее диету. Да? Вот. Ну, не более-менее, а соблюдать диету, да. Вот, и 5,95 – это нормальный уровень сахара в крови. По большому счету, это, можно сказать, что показатели здорового человека. Даже в 73 года. Даже в 73 года. А вы сказали, вот мы сейчас, да, обсуждали денежные вот эти вот пособия для родителей и детей, а вот этот инсулин и необходимые медикаменты, и мы знаем, что какое-то время назад был разговор про шприцы, про все вот эти вот бинты и так далее, да, которые тоже, на которые тратится достаточно много денег, но это не компенсируется. Инсулин компенсируется или вы покупаете его за свои деньги? И сколько на это там тратится примерно? Есть разные виды инсулина. Каждый хорош по-своему. Наше государство инсулин оплачивает. Угу. Инсулин оплачивает, по большому счету доплаты никакой, за исключением хумолок. Есть один вид инсулина, за который надо конкретно доплачивать, и идет доплата в размере 6 евро за коробку. В коробке 5 резервуаров. Их хватает, по большому счету, опять-таки, повторюсь, по-разному, угу. от активности ребенка, от дозы инсулина, там, вот, по большому примерно, счету... месяц, год, полгода? Ну, нашему ребенку в одной упаковке хватает где-то на 2 месяца, угу. 1,5-2 месяца. Угу. Инсулин у нас получается, скажем так, компенсирует государство, не компенсирует иголки, что очень печально, потому что иголки стоят дорого.
упаковка иголок из 100 штук стоит порядка 20 евро. У нас есть девушки, которые занимаются на скажем так, благотворительных началах, да, вот чтобы помочь другим родителям, они заказывают их за границей и потом распределяют, скажем так, уже делят среди тех, кто заказал. Это Лига. Вот. Спасибо ей огромное. Иголки нужны для чего, если есть шприц? Иголки нужны для шприц-ручек. По большому счету эти иголки одноразовые, один раз уколол, выкинул, да. Если ребенок колет инсулин, вводит себе инсулин 5 раз в день, вот и посчитайте, да, 10 дней 50, 20 дней 100 иголок, 20 евро, да, то есть на 30 дней надо как минимум 1,5 пачки, и это про иголки. Государство нам оплачивает тест-полоски. Тест-полоски – это те вещи, стрип, мы называем его стрипом, это то, чем проверяют уровень сахара в крови. То есть в глюкометр вставляется тест-полоска, и, соответственно, это тест, туда прокалывается палец, и вводится туда кровь, и, соответственно, этот глюкометр показывает уровень сахара в крови. Соответственно, сколько ребенок раз принимает пищу, столько раз надо колоть, и это печально. Наше государство оплачивает детям со шприц-ручками 4 тест-полоски в день, с помпой 5 раз в день. Вот. Литовским и эстонским коллегам чуть-чуть полегче, у них более активные общества, они как-то по-другому подходят к правительству, и у них эти показатели гораздо выше. Там в Литве, в Эстонии там 7-8 тест-полосок в день, по большому счету это минимум, который мы хотели бы тоже получить. Вот про коммуникацию с правительством и с министром, наверное, тоже вы как-то пытались встретиться, встретились от них, от Министерства здравоохранения, вы какие-то сигналы получали, желание встретиться, или вы, возможно, высказывали? Повторюсь, я вступил в должность 15 марта, 26 марта мы, если не ошибаюсь, 26 марта мы были в Министерстве здравоохранения. Полтора часа мы были на заседании. По большому счету, ничего конструктивного там не было принято. Просто лично по мне это полтора часа, проведенные впустую, где мы не получили ответы на заданные вопросы. Вот, и да, будем по чуть-чуть начинать. Мне сначала надо войти в курс дела, чтобы я уже реально понимал, куда нам идти, что нам делать. Потому что общество детей-диабетиков занимается не только проблемами в садике. У нас цель обучать детей сахарным диабетом жить по-новому, жить новой жизнью, поэтому у нас организовываются встречи, у нас организовываются семинары, неформальные встречи. Там, в прошлом году мы ездили на Босоногую тропу, мы ездили в Клайпеду, мы ездили в Тервет, мы встречались. И самое хорошее, что люди делятся информацией в неформальной обстановке, там, за шашлыком, да, за кружкой чая. И вот это вот общение родителей, оно реально облегчает жизнь дальнейшая, потому что когда констатируют данный диагноз, человек впадает в ступор, и у него начинаются вопросы, почему я, почему со мной, почему именно мой ребенок. Это вопросы, наверное, у родителей больше, это, так? Это вопрос у родителей и, может быть, у детей, но, опять-таки, зависит от возраста ребенка, в котором был поставлен диагноз. Вот. Кроме этих встреч, мы занимаемся еще организацией лагерей. Есть лагерь, мы их называем маленький лагерь и взрослый лагерь. Да? Маленький лагерь – это где родители... где дети с родителями от 4 до 12 лет, второй лагерь от 13 до 18.
каждом лагере идет обучение, маленький лагерь, он предназначен больше для родителей. Как бы, да, там идет обучение, может быть, я неправильно сказал, что он предназначен для родителей, идет обучение детей, да, но опять-таки идет обмен опытом родителями. Да, в этом году мы, нам зарубили оба проекта, у нас встает острый вопрос по поводу лагерей, но мы будем стараться, будем пытаться сделать все, чтобы эти лагеря были. А почему зарубили? Это финансировалось государством в том числе? Это были написаны проекты. Я только вступал в должность, и как бы вот этот вот переломный момент мне пока непонятен, почему данная ситуация имеет место быть. Но вообще общество живет за счет чего? Общество живет за счет пожертвований, mm-hmm. общество живет за счет бедрунауды, mm-hmm. да, и по большому счету... Финансирования какого-то государственного? Государственного финансирования по большому счету у нас не было. Но вы, например, можете получать в том числе какие-то проекты писать, это и там, да, фонды Евросоюза, для есть лагерей, для лагерей мы писали проекты, mm-hmm. эти оба проекта не прошли. Второй лагерь, тот, который взрослые дети, подростки, мы будем разговаривать еще с одной организацией, пока не буду озвучивать какой, mm-hmm. и чтобы мы, чтобы они нам профинансировали, как и в предыдущие годы, помогла нам в проведении данного лагеря. Совсем мало времени у нас остается, и у меня два коротких вопроса. Постарайтесь коротко сформулировать. От государства что вы еще хотите? Помимо там, финансирования иголок, например, это специальное меню, возможно, в школах, в детских садах. Именно вот во взаимодействии с государством. Какой у вас план, пункты? Ну, что вы хотели от них получить? Больше обратить внимание на обучение, потому что они тут правительство, не правительство, вот в Министерстве здравоохранения mm-hmm. мы когда были, они сказали, что у нас открываются по Латвии там 11 или 15 кабинеты. Кабинетов, mm-hmm. диабетических кабинетов. Но эти диабетические кабинеты, они больше думаны для взрослых уже диабетиков, нежели для mm-hmm. детей. Детский диабет и взрослый диабет – это две mm-hmm. большие разницы. Да? Поэтому люди, живущие в Лепе и в Даугавпилсе, в Венспилсе, они вынуждены каждые 3 месяца ездить к эндокринологу в Ригу, да, и поэтому тратят очень много времени. Мое предложение было бы в дальних точках Латвии именно создать те кабинеты, которые могли бы обслуживать детей данного города и близлежащих районов. На что родителям обратить внимание, как распознать диабет, ну, как можно на более ранних стадиях? Это когда ребенок начинает много пить, меньше кушать, у него слабость, он начинает часто бегать в туалет. Две основные причины – много, большое употребление жидкости. Речь не идет о стакане, двух стаканах воды. Речь конкретно уже идет, когда ребенок подходит, литрами. У него жажда, он выпивает по литру воды. Угу. В день он может выпить там, до 5 литров воды, ну и, соответственно, частое мочеиспускание. Это главный признак, так что да, это главный признак, внимательно да. обращайте внимание. И тогда сразу, если есть данные признаки, сразу обращаться, идти в ближайшую поликлинику, к семейному врачу, и чтобы проверили уровень сахара в крови. Спасибо. Глава общества детей и подростков с диабетом Алексей Романов был у нас в студии.